Где фейп? Не знаю, в Дискорде писал. Войд, включи стрим. Ой, сейчас, секундочку. Там что, Саша? Мне еще 600. У тебя такой крутой телефон, ты с телефона уже раздашь себе интернет, чтобы быстрее в новую скачать. Бля, Том, ты не лужу. Так FPS и нет. Fire Resist включите какой-нибудь пожалуйста. Невер, что тебе за комп, что тебе FPS нету от одного ливня? Кутлик, уши почисть. Успокойся. И интернет свой тоже почисти. Невер, не обгонишь дрыща, не мужик. А дрыщ уже пугал, дрыщ уже отдельно. Дрыщ там вообще... У него 6-4. 6-4? 4, 2 вепона. Две груди на голову надел. И два мяча с этого смайла, да. Вместо аксессуаров. Зорки, посмотри, у него меч есть. У него нет чарки 94 СПД, напиши ему ВЛС бездомно. Что, он без чарки? Да, посмотри его чарку на мече. 94. Ты осуждаешь. Повезло. А появилось, наконец-то. У него на мече чарка больше дает, чем у меня на потехе. Ну, Сталина, понятно, Дон. Хотел сразу, блядь. О, можно похилить? У-у-у. Спасибо. А скажите, это 4, да, у тебя? У меня, да, 4. Я что? Дэвид, это 4 классно или нет? А если дай мне моба, чтобы я какую-то пизду дал. Бери, бери, я же не трогаю. Где Дэси должен быть топ ДПС? Сейчас будем чекать. Куда он взялся? Фейп, блядь. А, все, зашел уже. Ван, может не за ШПшникова второй рейд донес? КД? Хоть и нет КД? Не, в плане поменять местами. А это как хочешь. То есть мне по факту без разницы, а вот ШП нужно. Там хант с этим, с ШПшкой, вот, Ксари, как его ханта, бля, зовут? Забыл, на третий хант. Оззи. Ну, Оззи. Сайго? Сэнкэй. Сэнкэй, как там его? Ну, да, Сэнкэй. Он нормально играет? Очень. Ну, вот он с... хорошо играет. С этим ШПшкой он пошел, я что-то ШПшку, наверное, поспешил его кикать. Так, нет, он же не с ШПшкой вроде. Ну, с ШПшкой, вон, дайте его. Да? Ну, может, и не ходит, для чего. Ну, это писали... так и было. Ему писали в ПМ, пошли это самое. Ну, Рула, он говорит, я в ВИК пошел. Бугами, ну, пиздец. Ну, пиздец, бугами туда делал. Нахуй такие. Ну, типа, Синкей, он типа хорошо дает ДПС, но типа, кроме этого, он ничего не может делать. А что еще надо? Ну, блядь, сверху разбить, блядь. Минимум лужи, из лужи выходить, типа тому подобные вещи, типа, просто там местами надо слакать. Ну такое, короче. Да из последних, если кто слакал, я кто постоянно это, блядь. Я с карася угораю постоянно. Вот это пиздец, если со стороны за этим наблюдать. Подбасаться его, блядь. Объясни. Я тоже не кратим играю. Да, все на кратим, кто видит, блядь, рядом стоит. Так он стоит, типа, луч на этом, на Калагарде, у него дует, он стоит просто тупо на месте, блядь, я тебе объясню. Подожди, себя захиливает. Я понял. Не, подожди, насчет Калагарна я тебе объясню. Я пришел в гости на день рождения, мне дали компьютер, я за него сел, а там монитор, сука, в 5 раз меньше, чем у меня. У меня воду просто на пол экрана, блядь.
И я не видел даже этого луча сраного. Подлетает еще на карри, он заебись. Подожди. А ты что, с телевизора играешь? Ему прям говорят, отбеги. Он такой, ёб ты, такой бежит и не успевает. Единственное, что я понял из этой истории, карася не надо звать в гости. Надо было дорисовать экран. Нет, это всегда смерти такие смешные, там пиздец, блин. Он засрет твой монитор просто. Причем неважно, какого он размера будет. А кто такой? Меня... Я, ну, спамлю типа еще людей в гибе. Нужно фура там. Кто такой фура? Фура — это машина такая. Я говорю, это машина для убийств. А, понятно, понятно. Nature Profer, или как там его сдать? Так, короче, на череп. Так, у нас там похило. Хилов, наверное, ставить не буду. На череп хила. Да, на череп хила поставлю. Давай, наверное, крас. Черепа тыкаешь. Лакримушка потыкаешь. Трусики. Так. Я квадрат потыкаю. Луну надо будет, чтобы один милик потыкал. Любой. Кинроки давайте, наверное, поставлю. И крест давай, наверное, дом ты. Или дашь любой. Давай, я крестик потыкаю, mm-hmm. Хорошо, ты на квадрате только от помыла криму, поставим, чтобы она хилила крестик, черепочек и трусы. А холипа у нас пусть хилит луну и квадратик. Ты нажимаешь кто? У нас 4 хила. Ну, лакриму я поставил карася. Карася на череп, а лакриму трусы. Они могут себя заходить. Не, простая дружка. А ну, в принципе, ладно, окей. Су, зайди на луну, я не против. А главхил... Хорошо, тогда главхил хилит эти три метки. Да. А воид квадрат с луной хилит. Все, поехали, да. Суза на луну я тогда снимаю. Ты еще не сказал, кто кому кикает косты. Так, я черепу кикаю, лос кикаешь косты, ну, по бомбам именно. Лос кресту, дир квадрат, исполин, луна и трусы у нас фейп. Все. Че на пол? Луну, квадрат я жму на танке. А луну жмет у нас. Суза. Фейп что не хватает? В исполина пулем или в Бьерна? Фейпа не хватает вообще с этами. Бля, да, а где он? Дайте шкаф. Дайте шкаф, да. Хлю молчит, блин. Фейп, если ты что-то говоришь, тебя не слышно. Да Путин охраняет засаду, да. Нельзя говорить, блин. В кого на пуле? Да, в танке. Потом спикнемся в ДЛ, ты? На башне. Да. Все, вообще на пул. По фейбука, фейбука скучно. В кого на пул еще? На пуле. Все. У нас один полдин, только АП кричите, Варя, пожалуйста, кто-нибудь. Я в исполине. Кричат. Все готовы? Давайте. Ладно, я пьер тогда на пуле. Да бэмп включаю. Все, давайте. Пиздец, у нас нетрадиционная речь. 5, 4, 3, Зорки ты щедро. Один. Сплин, дай череп, я забираю, ну как стыки кольцо. Сдал масс на пул. А дайр бомжей. Кто? Дайр бомжей. Раз дам. Трич полетел. Карл полетел. Сплин, я полетел. Сплин, бомжей, давай. Бодрый. Лос, бомжей, давай. Крепочек добейте. Невер, кинь лужу, блядь, под них. Сейчас мостам прожму, выкачиваю. Чуть. Вот у нас бомжи живые еще, знаешь. Луну сыграли? Добейте его. Исполин, готовься, давай все это самое. Божимки свои. Заставил мобов, прожимки давай.
Новый мап появился. Луну добейте, потом этих добейте. Да, связаться босса через... Ну, должен успеть. Ты дохуя мобов этих не агри, они, блядь, чуть не шотают. Где аккуратно. Еще один моб, сука, вылез. Добивайте быстрее. 20 секунд осталось до активации. Точно переключились, не бейте уешкой, точно сыграли. Пайр есть, если что. Не успеем. Иди, забирай босса. Хотя бы начать надо, да. Так, Лакрима, Бэр, Кару, Кару, Дрищ. Подожди, подожди, да сейчас так, это масс-рез. Пробуйте, вот ты будешь успеть. Нет, ладно. Так, Карас, Донта. Бэр, раздать быстрее. Блять, выслеживание рыба. Донт, не бей метку. Он до сих пор не поменял. Нет. Мейки нормально с эти, бьет я хорошо босса. Уже крилку встал, но... По кубам встали. Это еще 40 секунд. 36 секунд. Бейте кто-то босса. Ты думал, я увижу этот? Трапденсера и спекнусь? Все. Не-не-не, я просто думал, что ты меня снял. Ну, с метки. Командуйте Геру. 15 секунд. Геру. Яра, Геру, по кубам ставлю, да? Пожали. А че мне, блядь, с ДБМ включить? Нахуй, нахуй отпустили кубик? Кто отпускает? Крас, зачем ты пустил? Сразу, я ничего не бился, ничего не делал. Не надо ничего пускать, просто нажал правой кнопкой. Я просто и нажал, я даже не пошевелился в этот момент. Сан Саныч врет он тебе. Твой кубик слетел, мы ДПС кучу потеряли сейчас. Гриша до тебя наполнит историю. Дон, сколько тебя показывает до вспышки? 3-4. Не понял, что надо быть, как бы. У меня 26 показывает. 25. По кубам станьте поближе, сейчас откидывание будет. Сразу после откидывания будет касание. Держите кубик до конца, пожалуйста. Откидывание. Ага, да? Еще куб. Блять. Раз, блять. Я не услышал, чтобы сказали прожали. Слушай лучше. Че, услышал, ты не слышишь? Повед. Так, Сула, иди уж у меня кажется, блять. Ну нахуй. Раз, ты... А не, я поставил. Пускай жмет, я буду просто рядом стоять. Я все равно в танке сижу. Да пусть исполин бьет. Ну блин, ты иди бей там какой-то минимальный урон дашь. Да лучше пусть это. За меня файт дамажит. Нелло, да, это самое. Ему истерию даю. Скинь раскол. Наверное, на пул дай. Я дал. Все, по кубам стали, сейчас кубы будут. Тут не трогай метку, блядь. Все, 5 секунд. Готовимся прям. Нажали. Держим. Держим. Нормально. Там 300 тысяч разница со второй позиции. Не вердашь на пул под те самые, под кубы лучше. Хорошо. Вот и там до вспышки еще 30 секунд, как раз нормально.
Блять, все равно под выслеживанием рыбу бил. Даже у меня рыба есть? Да. По кубам стали, готовимся к кубу скоро. Да, 7 секунд. Жаль. Да все нормально, главхил я вижу. Ну, я видел два раза, что-то ненормально, блядь. Да все, я по таргету смотрю уже. А не по команде. Бля, как заебись на ЛК, нахуй, все бафы, бля, шамановские, паладиновские, геры, бля, все общее, нахуй. Mm-hmm. На БК такое уебище, это просто пиздец, нахуй. Голову ломаешь, чтобы у всех бафов было хватало, блядь. Эти постоянно ноют, дайте мне лема в пати, чтобы, бля, тотем гнева был, нахуй, то это пизда, блядь, просто. А геры шамановские тоже по пати действуют, блядь. Его ебище, блядь. У меня спил свет. Стали по кубам. 17 секунд. Сейчас еще это собьется тайминг, так что... А, надо... поп, да. Сразу бегите после кубам. После откидывания. Ой, наверное, я еще раз место обновил. Сейчас идет перефаза, ребят, аккуратно. По кубам станьте. Сейчас там тайминг собьется немножко. Смотрите потолок аккуратно. Нажали. Вот там под мини-зоной звезда падает, блядь, дорожек. Так, это самое. Дон, ты поставь лутер, не дай там. Даже не второй. Никит. Да я напулил на всякий случай. Да, ну, дрища, да, 7%. По кубам станьте, не добьем босса. Это точно. Один еще мерзкий тип мою метку сбивает. Черви стопью. Нажали. Отлично. Сейчас держите до конца, добивайте босс. Как ты проебал, блять? У меня такое ощущение, что череда на нем убьет. Надо чекнуть. Ну я на череду. Он в мультике. А, у тебя. У меня, да, я что жму череду, у меня на месте стоит просто и все. У тебя нет ни одной череды. Да? Угу. И посох, блядь, и вся хуйня, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой. Это дрищ посох нужен? И ни одного пятна в рейде. Трещу не надо пост. Мне кажется, это самое. Одна ручка с грула и какая-нибудь овхен. Заеби жжет второй рейд, блядь. Хуя пожрет. Фрейлина очень хотел, конечно, но. Одна ручка ПВП, имба. Жезл хорош. Дрыщ, рекаунт скинь. Еще 18 тысяч. Без приора теперь сидит. Скиньте урон по магику. Да маленький, блядь. Фейбл 12700. Да. Сколько там? 150, да, ГП? Обычную шмакку, не помню. Сколько дрыщ делал? Да, обычная пунктка 150. 11-3. Нормально. Чего, блядь? Раз ГЦ. Не, в смысле 9.3? Рука.
Это все потому, что, блядь, метку постоянно перевешивал. Какой? Так, так Кент 300. А нет, есть. Мама. А Волч выплюется. А, это наш. Три сотки. Вон жрец друид. Трещик не лыс. А зачем мы там, подождите, друид? Ага, на соф точно. А есть у кого чарка на поясах на СПД? Ну, которая БКшная. Так. Так. Что там у нас с головы дается на хила? Сейчас я. Гридхас, дырка, кольцо. Нет, это на это самое. Мне наш друг больше интересно. Есть там что-нибудь такое? На, смотри, я тебе вон линкую в гильчар, что падает с этого. На эрдру, короче, дух, хас, дырка красная. Дух, хас, да. Классное колечко. Кольцо багровая ярость, вот оно. Третье. Главки Варго. А, да. Вообще хорошее, да, на эрдру. Но чуть-чуть лучше, чем даже с Каражана за репа. Так, кинешь мне потом трейд в инсте. Кто? Ты. Кто? Что ты ливнул? Ну, в гостях просто. Из-за этого. Ну так это самое, я говорю, в груле, на груле дашь мне. А, трейд. Да? Не, ну их надо добирать по-другому. Кого на груле добирать? На ИК добирать. Не, на ИК я уже, ребят, не пойду. Сорян, время прожимает. Надо без грула, без вайпа закрыть. Да закроем, я думаю. Ну, короли, блядь, меня больше всего беспокоит. Так, исполнитель на короле, на королях будешь тогда, да? Ну, этих, блядь, на маге. Угу. Хорошо. Я их левых заберу тогда. Есть у кого наложение чар, СПДшная, БКшная чарка на посох? Да, Литл, тебе квартиру надо продать, чтобы эту чарку купить. Ты думаешь? Да. Да. Ух, два сардолика. Джоуксы подъехали. Два сардолика. Шутки? От Гудлика. Сердолик с кабанов падает в этом. Какой ты смешной. Сашка, стендапер. Исполина надо на двоих ставить. У нас два танка всего. Я могу спекнуться. А у тебя есть? О, классно. 222 у меня танк. Так зачем на три танка? Два танка выдержу. Исполин двоих выдержишь, лока и этого. И мага. Да, исполин, ок, и мага выдержит. Ну, да. Я троих выдержу. Я там обу этому дизарму покидаю, который королю, который бьет физикой. Тогда нормально, надо. Тогда нормально. Пойду я. Ну, пока летите. После груля есть желающие пойти в каражан на фуллы? На фуллы? Нет. Не по токену. По-человечески. По-человечески, по токену. Да, может быть. Ну просто, как я понял, вы-то не идете. Че, Саша только не идет. Саша, не идет, да. Надо, короче, пиздануть мне кота с этого, блядь, с Феникса гильдии, нахуй. Что он, блядь, мне не нравится, нахуй. Какой кот? Я, кстати, это Синкай позвал своего друга кота. Очень хорошо домашний парень. Наглая рожа? Да, да. Ну да, он хорошо дамажит. Хорошо дамажит. В самолете, ребят? Да, он хорошо дамажит. Мейло он ставит. Ну, гномы не люди, понятно. Гномы не люди. Мейло это шаманизм, а шаманизм не может быть локом, потому что это корень от слова шаман. Потому что он гном. Ну вот, я скинул трупешник какого-то, блядь. Трупака, нахуй, с Феникса гильдии. Да, Торгор бьет. Ну и Торгор мне пизданул еще, блядь. И съебался Винс, я его не успел добить. Пидерас. Пиши его, блядь, собрать. А в каком, кстати, гильдии я не видел? А, Арджи Офимпи, что-то такое непонятное, короче, как гильдии. Что с Империей связано. Империя говна.
не агрите следующего, давайте. Тут еще Гару и этого Путина присоединить. Чем бегает, блядь, другой. Правильно, на ханте не выключил. Слушайте, вы шею продали с этого? Я вот не шею, не я уже забыл. Нет, она не продается, давай. Вообще не продается, блядь, я уже неделю пытаюсь продать. Да потому что, блин, для фина это дорого, а нормальная, типа, нам. Типа, я, ну. 1020 ее выставлю нахуй, допустим. Да, логика в том, что типа на твина ее мало кто возьмет, а на мейна себе не, ну, типа, если не берут шею, то берут какое-то говно, покупать триню на 20 тысяч, у них просто денег не будет. Те, кто не фармят остров. Все просто, замкнутый круг. Мирос говорит, ой, блядь, 30 тысяч мало, ставь 50, блядь. Экономист хуев, блядь. Слушай, ну, ты тоже Роза слышал, у него 500 тысяч в банке лежит. Ну и что? Для него это балло. Ну так, блядь, понимаешь? Понимаешь, ну, у меня сотка, и я бы все равно бы не отдал 20 за эту шею. Потому что как-то, ну, много. Я бы за токен 40 отдал бы. Может быть, как экономист он нормальный, но, блядь, как психолог он хуйня, блядь. Не понимаю, что в этой шее тоже бы хуй бы, когда... Вообще бы... психолог и предмет. Блядь, психологически ты не будешь, блядь, ну, то есть разбираться в ценах, блядь, люди. Ты будешь в шею брать за 50 тысяч, это вот... Глубоко, все. Вопрос снят. Так. Ты за два дня сделал 100 тысяч. Я потратил 100 тысяч, я сделал 40. А, потратил. Не было бы такого, я бы с тобой поспорил. Отрицательный рост получается? Не, получается сфера рыцаря. Все, давай зачем. Невер, напулишь крест, донт, череп. Ну и роги тоже там понапуливайте. Там. Да, файр, ты темп поставь. Так, СС Нелло, да, СС по там исполину. Если что, я сразу мага хватаю. 300 только что проебал, 2 раза банку выпил. Будем под герой бить, так что быстрее под геру. Все, поехали, добавим пулку. Так, а в кого напуливать, в исполина или кто у нас танчит? Исполин, да. 4, 3, 2, 1. Сейчас я хила заберу. Карл, этого короля. Карл, ты чё сдал такое, что не мог забрать ему, блядь? Звездопад. Ну можно уже выпать полрейдер. Падайте, конечно. Падайте. Блядь, дайте поймаем мобов, потом начинайте вливаться. Блядь, я 3000 дарил по мобу, блядь, он хуй пошел дашь на. Тогда сейчас сделаем по-другому. Тогда... Исполин, ты сможешь, если что, ну, без напула? Хотя, у нас роги есть, что я туплю. Я смогу, ты просто залетай и дай... Нет, так я ж напулил у Исполина вот этих. Ну, я знаю. Короче, Невер, напулишь на меня трусы. Это вот, сейчас я поставлю метку на него. Остальных я заберу. Нет, короля не надо, я оставлю. Хорошо. Гера будем ждать? А? А Гера куда теперь? А у нас один шаман? У нас еще шаман. А все геры завали шаманы? У нас только... Нет. Голод хил показывает, что не дал. Просто я привык, что они все это время не сдают. Локовских петов ты там нормально контролишься? Где там были, кстати? Я здесь. Ну что тебе? 300 метров. Это самое, неверно, пулишь на меня трусы самыми крайними. Я понял. Хорошо. Сан Саныч, сделаем. Зорки, это комбат? Да. ИСС киньте заодно. Он еще 2 мока есть. Да, дрич, дай ИСС по этому, по сплину. Да может пусть хулипал поставит файр резист, а мастер аур пожмет, если что. Там, в принципе, ауру на кассе, у нас нету его ешки такой, блин. Нужен. Все готово, добавим пул. Сейчас. Ну, ладно, все нормально. 5, 4, 3, 2,
один. Все, дебей нормально, все было есть. А, Геро, идеально. Геро, идеально, да. Питомцы соберите. Забаньте, точнее. Ну. А, все, и дал нормально. А, я понял, для чего он срывается, сколько он щиток пишет на себя, подвайте. Сплин, вставай. Сплин, вставай. Ааа, меня сразу пизданул, блядь. Меня сразу же потом. Давайте, может, три танка все-таки? Выходи, если не стал. Да. Давай, короче, кто там танка еще может? Я могу. Давай, спекайся в танка, заберешь туда Лока. Исполин заберешь мага. Наоборот. Я мага заберу, я не уверен, что я столько игры выйду. Да-да-да, Лок же дольше живет. В смысле, а мага, он же просто будет набирать трит, пока бьют все Лока? Mm-hmm. Нет, просто Исполин пожирнее будет, чем, наверное. Кого мне брать в итоге? Не, Исполин жирнее, явно. Исполин жирнее, мы бьем Лока, играем... Ой, Исполин держит мага. Ну, все так, все правильно. Почему? Задача на таунтах пожить пока что. Да, блядь, докаты я его удержишь нормально. Прожми нормально просто бусты свои. ЛП, ЛП, кровоотвод, потом ЛП, ЛП, ой, ЛП, потом это самое, откат рун твои, блядь. При чем здесь? Что при чем? Это того. Ему огромный, у нас два роки и два ханта, мы не напулим. Я напуливаю Бьорна. Это не про это, не... У нас нет таких классов, которые снимают, это касается Афоликов. Ничего не знаю, я лично напульчик Бьорна. Я могу напулить на Веру, чтобы Наверу лучше напул Бьорна. Предлагаю разгонять Бьорна, чтобы он шотал боссов. Даже так, значит, вы этого кого? Дайра напуливать в кого? Да. Череп? Дайра в череп. Да, я череп в Дайра, да. Пока это ДБМ пол озвучите, у меня не показывают ваши. Я скажу. У меня бусты куда? КД. А хули там КД? Охотник делает? Сколько тебе КД? Не, все нормально, нормально уже все. Крикните надо. 5, 4, 3, 2, 1. Смотрите, что такое вообще? Кто это пиздец? Здесь пальцы сплю? Как раз БР, да? Да, как раз, подмай зелень. Чё-то как-то дохуя въебало. Ну, зелень надо давать сразу. Лару, лоха, лоха, забирай. Поднимись, только дай аэропорт быстрее. Лоха, забери, череп. И зелень. Лоха не бьёт, мать. Сейчас наш майн не собрался. Отлично. Мерзли, подходи, зачем ты? Да, мятки его. И еще собака. Где разовали? Вторая собака сейчас пойдет бан. Есть это кровь. Все отлично. А почему собака? А, блин. Это наша собака. Ну вот смотри, да, на самом деле пробивает точно так же, даже без этого скилла, что я говорю.
Так он ситуативный, у тебя пока фарика мало. Ты его почувствуешь, если у тебя парирование будет дохуя. Я могу только 25% примерно. Ну, может быть 23%. У меня 19 здесь. Ну, у меня 20.5. Спать нахуй кровь. На выносливость? Угу. На вепон. А, тогда понятно. Я с парированием бегаю. Нет, без, нет. У меня и шаль такая. Блять, забрал. Войд, прожмись как-нибудь, бабл дай. Давайте в ромбик и сыграем. Сыграем. Пусть ромбик. Знаете, вообще, по сути, мы можем убить короля Малгара, выйти со стаи, просто забрать, ну, и взять себе брат. Лут заберем просто как Малгар. А зачем? Ничего не понял, но очень интересно. Одного короля Малгара убить, этих мобов не трогать. И... Так нет же, он, по-моему, всех нужно убивать. Нет. Весь совет. Нет. Это типа на БК сейчас такая хуйня бустится. Ну, да. Да нет, вряд ли это будет работать. Ну, можно потестить, конечно, но. Просто такого. Короля убивают, лут забирают и уходят со стаи. Потом заходит обратно эти мобы, опять, ну, как за вейдина стоят, то есть так, просто пас. Просто не трогать еще. Ну, все, рит, по идее, да. Да нет, ну, все мобы, которые советом стоят, они все должны, типа, убиваться, иначе... Ну, а что будет, если не убьешь? Ну, допустим, на... Ну, типа, это все должно быть. Да. Да. Сундук просто банально должен не появляться, и все. Ну, пока они все, пока еще один живой из них стоит. По-моему, так и работает. Нет? Нет. Если на официалке есть, я думаю, тут вряд ли это все. Их там Миюри нету просто. Ну, слушай, типа. Смейте, мы... каст. А у них кастует. О, отлично. Сирус.сос. Мы уже видели этот. Когда сделали баг-репорт на ИК. И просто, типа, чувак сбрасывает видос Shadowlands'а. И такие, нормально, принимаем работу. Так что, это, типа, не работает так. А чем тебе не работает? 26 уровня, проходит ты к десятку. Какой Shadowlands'а нет? Ну, вот и... Вот в этом и весь прикол. А они приняли баг-репорт оттуда. Там... Типа челик 26 уровня зашел в ИК, убил первого босса сразу, сам на Джарк Сиси пошел, показал, что видос заснял, что эти големы не банятся, и админы такие на сервисе, окей, мы приняли это. Не, ну как-то в принципе усилить контент. Так нет, это никто уж не спорит, но просто я даже... сбрасывал им инфу с этого, с вовхеда английского, где расписанная тактика и то, что, да, я тоже. Там, что банятся только, ну, типа, они не могут баниться в ИВК. Жорки, то есть... ты по чаш пара тоже едешь? Чё молчишь, блядь? Я подбежал дизарм дать, блядь, меня крутануло. Жорки, ты шо, умер? Да, как лох, блядь. Зорки просто кожу носит, поэтому не. Босс хуярит, да, тихо. Так я бежал, типа, дизарм, думаю, сейчас, да, все заебись будет. Сходу, типа. Не попал в тик крутилки. Пошли, блядь. Чуть-чуть в тайм. Дизарм пока в КД не трогать. Бейте, побейте, бейте, бейте. Пару секунд, по-моему. Зорки. Шо? Надо латника делать. Удали руку. Не-не. Латники умирают так же. У латников бурстов нет. Скажи это вару. Блин, ну чё я бурсты не даю? Меня донт обогнал. Всё, я зашёл в мобку. Я могу донт ещё истерику накинуть и сами. Ой-ой-ой-ой, всё против меня, да? Не похуй. Понятно, не любят меня в этом рейде. Я вам фейды сейчас даю. Могу кидать другому.
Ты зеленый просто. Так он под истерией такой жесткий. Слушай, а что-то донт сел сразу. Мана, наверное, закончилась, да? Знаете, он истерику не хочет. На Луфе такой донт признаться есть. Короче, когда делаешь вообще, у тебя выскакивает табло, у каждого участника рейда показывают бафы, то есть каски, и там, блядь, химию, все, свитки там, блядь, еду, там, все просто показывают. Ну, просто табло выскакивает, если там на каком-то... Ты увидишь, на каком-то вечере, когда без пласки могут. Это, блядь, охуенно. Экран засирает. Слушай, да я думаю, оно для этого есть, и для 3.3.5. Я колупался, не нашел. Да, аналог, вот. По-любому, на том же самом курсе посмотреть надо. Именно не на просто каких-то с этих сайтах кривых, а именно на курс заходишь и смотришь. Там у них архивные просто есть аддоны старые. Оно что-то после обновления игра ускорилось, или мне кажется. У тебя спидхак скачался. Вроде, кстати, токен выпал, блядь, на волка. Серьезно? Нет, да. Вы же еще не убили, люд. Токен выпал и посох, короче. Посох у Эрлина забрал. В смысле, с магика токен выпал на волка? И посох. Посох уже. Токен выпал. Литва, зачем ты, типа... Охереть. Токен не на волка. Я ему караю с гудзы кашу еще. Еще один, блядь. Вот, я скинул скрин, посмотрите. Что там упало, покажите. Плащик на хила упал. Мол... Посох, жезл и токен на преста. Так, блядь, что у меня доник? Посох, блядь. Ёба, давайте. Блядь, я и воин, жрец, друид, ну ёбаный рот. Воин, у нас... Ой, молот на арус. О, молот. Кто у тебя мейн? Войд, ты что, не хил? Пиздец, никому не нужен, что ли, блядь, типа вот? Кто делал Войду заметку? Чё значит ты спека, блядь? Мне мейн волка. Так у него хпс 10к, но в спеке, нифига себе. У тебя мейн рейтинг, да? Там уже не важно. А у меня чё стоит на ДКшнике? По мейну девали. У тебя стоит богоподобно. Так, кто у нас забирает? Войд, получается. Нормально так. Нелла лям нанес мобом. Офигеть. Войд, ГЦ. Я ходил на Хантасе молот на ару. Пиздец, все подумал. Никто тебе не даст. Нет. Просто в банк положу. Так, он же издует. Первым хуй. Я думал, ты в обмен будешь всем кидать. Конечно. Я туда еще 2 сердоля вставлю. 3. Карась, еще нахуй тебе 4 скажи, пожалуйста. Не, если я на оф. Если кто-то есть этот. Так, в смысле, ты грудак на оф себе спек забрал тогда? Кого? А кто здесь кто грудак забрал? Я токен не забирал ни один. А, Кару забрал. Я бы не забрал токен на оф спек, если кому-то нужен. Первый кусок Т4 есть, наконец-то. Чё, Скоржана так и не падал? Я до КД не сказал, только, блядь. Пизду, я 12, наверное, буду. Ебал, я вообще Скоржан. Да, Коржан, конечно, душное место. Пиздец, заебал уже. Когда его понерфи, чтобы он проходился там еще быстрее? Коржан за час проходил. А, там чисто под океана. Помогите мне, потом сейчас могу. Берешь локо, рогу, идешь багаешь, это херду. Роги, сядьте на приста, подбивайте костры. Ну, с нормальной пати потоки нам там за 50 минут проскочить можно. Не, слушай, давай начнем с того, ты же сказал уже, типа, слишком много условий. Нормально. Если так, у всех есть. О, кстати, чекните, я скинул в гичат вот дом, который показывает собак. Где-то построить можно, чем еще собак показывает. Такое донечко.
Отдумывай. Как сложно. Обновление, как получить приставки. Прикольно, прикольно. Ну все, пока, сдушь все бафы, блядь. Скилики, куилики, блядь. Паски, хуяски, МП5, там, паски, еду. Даже свитки есть, блядь. На свитки привезли. Я с курсы скачивал этот дом, там вроде не было аналога по 3.3.5. Надо, блядь, жалко, что сюда начали, но так бы озадачил бы, может, дом бы написал бы какой-нибудь похожий. Ну это очень, блядь, упрощает задачу, мне смотреть и... в химию все это. И читать чат, я просто взял, глянул, посмотрел. Да хватит, блядь, заберите. Чё? Там заебал на меня прыгать этот моб. Я уже даже на пул сдаю по КД. Ну они когда вылог сделают, они хагро поменяются. Угу. А лучше, чтобы не было рывков, встать себе под жопу, и будет рыком хан. Я хант. Вот он даже не рывнул на меня. Он просто пошел спокойно, говорит, Серега. Серега, на топором, да? Да. Сергей. По лицу, по лицу. Я просто его потанчил, но, я не знаю, просто танковский спек на ханта, это БМ. А я всего лишь моим жалкий хиллер. Левиафанс, это кто? Это первый босс в ударе. Неплохо, неплохо. Наконец, Гигудли, глянь, пошутил, давайте отметим. Надо почистить вообще. Вы почистили видео от этих вот бомжов, которые будут писать? Ну, там Рос сказал, что типа у тех, у кого заметка, их типа не кикаем. Я думал, ты сказал, там Рос остался, я что-то. А, да не. Не, ну там Рос остался, конечно. Нет, ну типа, я такой, чтобы там, ну, много кого поубирать, но не все согласились. Не, зачем всех убирать вот? Сейчас, допустим, не хватает людей. Не, ну типа там, которые там такую вот тонну лет не заходят, или которые, типа, ну, знаешь, там сидят в гильдии, но на РТ не ходят. Типа, условно, эти люди. Это осуждаю. Или у которых и левел не фиолетового цвета. Таких эти гудлича. Да, гудлича всяких обуленков, блядь. Да, слышишь, гудлика, у меня вопрос. Обуленок 215-й, люди. Подожди, слышишь, гудлика, у меня вопрос, так какого хуя ты не в рейде, если ты уже в игре? В смысле, что я в рейде должен? Я ивент прохожу. Нам людей не хватает, как бы, камон. Так, ну, это же несколько дней получается. Мне вообще-то на икс сказали зайти, если что. Тебе сказали зайти в рейд, тебе не говорили про икс ничего. Нет, мне сказали, чтоб я к икс зашел. Ну, не знаю, РЛ решать. По-любому надо кару появить. Мне так сказали, что житы ведут какие-то этого мовы. Челы это ведут, которые за жетон на подземелье. Наверное, у него будет шапка, скорее всего, и перчатки, скорее. Нет, кого? Там будут все будут там перчатки, они будут. Не, сказали, ассортимент урезанный будет. А-а-а. Скоро ведут, типа, но ассортимент урезанный. Чисто ящики. Когда ты 10 выйдет, тогда и ведут. Вместо этого самого, блядь. Коржана фармии РБК, блядь, жетоны забрать. Все такие собрали по 150, по 200 приходят, а там просто сундуки продаются тинкетами. Нормально. Вот ты ржешь, Саня, я думал об этом уже на тинке, на ДКшнике. Коты топ ДПС. Короче, давай я МПМТ, что ли, там огромный дырай. Что у меня зайти тут? Да, приставав тебе дадут сейчас прям.
Ох, если сейчас еще штанцы упадут, так, блядь, вообще идеально будет навара. Такая я их закру, наверное. Давайте. Гром рейде падали. А, кто не готов? Пейп что не готов. Все, все готовы. Добавим полку еще. 5, 4, 3, 2, 1. Сразу, блядь, какие-то ДКшники полетели, блядь. Они автоматом летят, у меня даже в таргет босс не выбран. Блин, сука, блядь. Ты чё орёшь, блядь? Ну, Исполина там... Набирай гробости, Исполина. На Путина Исполина сейчас. Ой, поздно уже дал. Главное, чтоб это самое, не милик был в стрим-потрипе, чтоб пизда будет. Рассосались. Да, блин, ко мне поближе, правильно. Дайвер, успокойся. Я просто этого не боюсь тебя, Дайвер. Геро, дали? Так, это 20 тел, блядь, так, Неллы, чё там, духой его сделать, это сломать? Чё так много урона получил? Он закрывал своим телом пацанов. От камней, блядь. Цены, бегите, я подержу. Дрейч, раскол. Мало, раскол. Вы с Полина дал на пол. Меня давайте на пол сейчас. У него давайте, мне не надо. Так, Исполин, что? Мне не нравится, что у тебя... Ты мне первый потреб, смотри, как я сделаю сейчас. Я только в так проходил. Чё, теперь надо? 90%. О, кто-то Кару собирает гильдию, сходить. Вон, то самое, сейчас Альфи пойдёт с ними. Так мы сейчас выкадем, нет? Походу сейчас с этого рогу кикнут из гильдии. Не, это что? У него проход. Боже, скучный босс. Ты хочешь сказать, что магик веселый? Слушай, ну мы проходим намного лучше, чем 25 пугов. Да. Типа. Я бы не сказал, там Полюшка сейчас был в стриме на пирате. И они прям хорошо проходят. С пугами? Да. На Орде? Или на Альянсе? Я не знаю. Ну вот и все. Водных мало, но я говорю про Альянс. Сейчас Полюшку смотришь, да? Да нет, у меня канал просто его есть. Нравится? Фанат просто. Да. Кого? Ты его ДПС видел? 10к, блин, что это за ДПС? Кто еще много ДПС? С кого еще фанатеешь? Сколько у Райза? Райз. Как там его друг? 14. Желает, блядь. Дурит какой-то был, сука. Конченый, блядь. Дурок, блядь. Банан. Во, банан, блядь. Такой тупой пиздец. Блядь, самое смешное, что он ВТР новый. Не знаю, как он будет дальше играть. Ты просто, Берн, не понимаешь, у тебя нет опыта на хэпане. Ну да. Не, я думал, что Этерна вот это там типа большинство с асгардов, а потом оказывается там такой сброд, типа что. Там гладиаторы. Так кто там, блядь? Там типа кроме. Там типа Кронг звезда, насколько я помню, как Кронг играл на X1. Это типа забей вообще. Так, ладно, я понял, на Саренсе буду давать прожимки.
Я знаю, что там гладов много, но я знаю, что там дэмэдж киллинг только есть из гладов. Остальных я не знаю. Да. Пока только друиды. Давайте друиды мне еще не только омоложение, но и будет это самое. Не жизнь цвета, а восстановление еще бывает. Только дышечки. Сало вижу. Сало. Сбежались. Зорки. Шел. Ну посмотри, хэпал 217. Что? У меня 219. Ну так жесткий. Альфи, что там Мотя, кстати, будет играть? Вроде да. Ты с ним общалась уже? Да, ведь так уж. Он такой же пиздоболом был остался. Да, 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 такой же. Ой, блядь, сейчас опять его слушать тут. Кого? Был? Это еще хуже Розы, пацаны. Это, блядь, такой чел пиздец. Если хуже Роза, значит хуже меня. Да хуже Гудлика. Как было, да? Хуже Гудлика, это вообще забей, типа. Как зайдет сразу, типа, весь, все сплетни сервера. У кого ДПС больше? У ну, кого да, там. Как? Нет, там, блядь, ты что там долго кажется, заебется, блядь. Хорошо, я скажу. Я пока сам прожиматься буду. Одна. На Сайленс я шоу отдал. Следующий Сайленс. Пока я сам... Пока я соло пока покружмаюсь. Слушай, а можно ап кричать, кто там вар второй? Блять, сейчас бы завали бы дохнуть, Марк, вот ушло. Сразу убегайте за валом. Я даже без апа стою. А, я не достаю? Так, давай скаплю, Войт. Обнови апвар. Дед. А капля висит ниже. Еще один, блядь. Дед, крикни АП, пожалуйста. Да я уже несколько раз кричал. Все, ну, понял, извини тогда. Кстати, поближе к гарнизоне, чтобы получить АП. Не бить ему мозги. Так, Каро, дай меня БР. Каро, дай БР по Донту. Лакими, дай БР по Сузи. Ты ко мне обходите сначала. Зубы, зубов нету, да, блять, хуёво. Кара, ты в другую сторону побежал, там наверх стоит. Ладно. Я возле выхода. Пиздец, вас там много. Так, пожимки мне пока в КД. У кого еще какой деф мне кинуть есть? Чё-чё-чё. Хорошо. Хорошо. Кидай. Давай. Давай! Так, все отлично. Возложение пока жду. Сейчас закончится баф, я это самое. Прожму свои прыжинки. Блять, он же, сука, меня только дали. Ну, нахуй, можно это самое. О, еще один упал. Да ладно, добьем уже. Ну, все хорошо. Уже с Полина шотает почти. Да все нормально, забей, победил. Ой, что на воропле, да, ну на. Прикошли, блядь. Где мои ноги? Воин Макс. Где мои ноги? В смысле, ты тоже претендент на ноги, что ли? Так, испыли. Ну, конечно, я тебя собираю еще. Это у меня 4 на 4 будет.